Итак, в руках у меня обычная батарейка Duracell вот с таким индикатором. Кто не знает, вот эта полоска – это индикатор. Батарейка у меня уже не рабочая, вот, но индикатор еще можно использовать. Каким образом, я покажу чуть позже, но сначала нам нужно его снять. Нужно сделать это ножиком и очень аккуратно, чтобы не повредить сам индикатор. Вот здесь 4 деления, они нам понадобятся. Значит, делаем такие вот надрезики продольные острым ножиком, положим так, чтобы было удобнее, и снимаем с батарейки. Так, вот я сделал надрез. Вот, видно. Так. И с другой стороны так же самое делаем надрезик. Все, и теперь аккуратно поддеваем. Тут вот приклеилось посильнее. Значит, с этой стороны. Вот. Все, и аккуратно так вот подрезаем. Вот этот индикатор. И отклеиваем. Все, готово. Вот он, индикатор. Ну, сейчас ножницами еще аккуратно подрежем его, чтобы края были ровные. Берем ножницы и вырезаем индикатор. Вот так. И теперь нам понадобится небольшой кусочек скотча. Итак, берем кусочек скотча, берем наш индикатор и приклеим его вот таким образом. Здесь у меня липкая сторона. Вот так вот его ложим. Так. Опа. Вот что у нас получилось. И теперь нам понадобится кастрюля. Вместо кастрюли решил взять такой вот заварочный чайник. Итак, берем индикатор и наклеиваем его. То есть можете наклеить на любую посуду, там на кастрюлю, можно на смеситель, там где будет предмет нагреваться. Итак, вскипятил я чайник. Сейчас поставим поближе вот так. Сфокусируем. Все, и наливаем. Как видите, индикатор заработал. Показывает нагрев. Кипяток. Таким образом вы будете знать, что у вас, допустим, здесь налит кипяток, чтобы руками не ошпариться. Можно наклеить на смеситель, чтобы не перепутать краны. И увидите, что у вас индикатор загорел. И под горячую воду руки уже не будете совать. Вот. Еще на какие-то предметы, которые будут нагреваться, и которые вы не можете визуально определить, что они у вас горячие, тоже можно наклеить индикатор, и, естественно, вы будете видеть нагрев. Это очень удобно. Все, пока вода не остынет, он все будет показывать нам вот эту шкалу нагрева. Очень удобная вещь. Прошло уже 10 минут, индикатор все еще работает, то есть вода еще горячая. Это очень удобно. Так что батарейки с индикаторами не выбрасывайте. Берите индикатор и используйте его. Эти индикаторы, можно сказать, что вечные. Пригодятся в хозяйстве. Всем пока, до новых встреч!